Всем привет! Сегодня вот про морских свинок поснимаю. Сегодня у нас родились малыши. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это я не знаю, кто. Ну, они появились сегодня. Мне кажется, что это родила одна мамаша, и она вот она сидит. Вот она. Потому что все малыши под ней в основном, она их греет. Она и греет за ними. Ну, за ней они бегают. Всего там вот два соска. Как она их будет кормить, я даже не представляю. Ну, вроде бы нормально. Живые все, живы-здоровы. Это не все еще. Сейчас покажу там одного гиганта. Он видимо, в этой. Внутри в ящике. Ну, а здесь Сонька наша что-то не пузатая. Видимо, отдыхает. Остальные все пузатенькие тоже вон и бегают. И что заметил, вот они, может даже быть, и две родили. Но я не знаю, не пойму, какие просто. Они, я заметил, очень часто морские свинки, вот уже сколько я их держу, они рожают в течение там 2-3 дней разом. Вот у них, видимо, течка или как она идет вот прям, ну, одинаково. И рожают они почти все чуть ли не в один день. Вот они сейчас у нас капусту едят. Тыква вон, сколько тыквы. Ну, сено и зерновое. Они у меня здесь и с корылами. Вот он. Вот он, малыш. Вот смотрите, как он маленький. Розетка. Этот розетка. Там двое их. Еще один. Вон там розетка. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь какой малыш бегает. Он тоже появился сегодня. Давай, выходи. Выходи, выходи. Посмотрите, какая разница. Ну. Да тихо ты, блин. Посмотрите, какой он крупный. Ну, такой пугливый. На кого он? Он на Соньку похож, ну. У него даже ушки какие-то этот. Как веслоухи, не как у остальных. Вот эти Тедди, Мэдди, которые есть такие крупные свинки. Ну, самец гоняет самца. Возможно, он родился. Ну, хотя, ну, вчера не было. Вчера ни одного малыша не было. Может быть, я его где-то упускал или не видел. Мне кажется, что вот сегодня родились все. Вот эти малыши. Вот они. Среди них бывает иногда прям большое отличие. Есть такие маленькие. Один помет, есть вообще мелкие, есть крупные. Вот такие различия у свинок я тоже очень часто замечал. Но эти все одним этим. Ну, одним размером, кроме вот этого малыша. Вот он тоже. Ну-ка. Это старый мой самец. Отойди. Блестит аж. Ну, отойди, за него спрятался. Так что вот такие пироги получаются. Ну, видно, малышу, ну, я даже не знаю. Может, он один у кого-то родился. Хотя, видите, есть вот таким же цветом. Вот он, розетка, вот таким же, наподобие таким цветом. Может, я и говорю, может, он у какой-то самки один родился. Такой здоровый. Так что сегодня вот 7 малышей я увидел. До этого, которые были там штук за лето, ну, наверное, штук 40 у меня их было уже. Малыши прошли, нарожали они. Их всех забрали. Зоомагазин оптом забирает их всех. Ну, нет, бывает, что так любители берут. Ну, одного-двух. В основном все забирает в зоомагазине. Так что вот такие малыши сегодня у нас появились. На улице уже, ну, хватит, вы успокоитесь уже. На улице, как вы видите, уже потеет. На улице у нас по ночам минусовые температуры, иногда и до минус 10 опускается. Поэтому уже попугайчик я окна все закрыл.
Здесь более-менее тепло. Скоро будем, наверное, топить печки. Это вот два самца больших. Вот этот розетка, это черный, это два самца. И здесь остальные все девочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, по-моему, семь девочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, семь девочек и два самца. Нельзя. Все. Все, девкам пофигу. Ничего не боятся, никого не это кушают. Им лишь бы кушать. Интересные животинки такие. Ни запаха от них, ни шума, ни грязи. Ну такие, нравятся мне. Кроликов все равно, что то же самое, что кролик. Копия прям, все одинаково. Только они не агрессивные, как кролики. Они не бьют друг друга. Ну и резать не надо, что вот этот, то, что... Кролика тяжело очень продать, например, да, практически не знаю, но очень-очень тяжело. А этих забирают вообще, как горячие пирожки. И что говорю, резать не надо, вот что такое, как и попугай. Например, уток, бройлеров надо резать, общипывать, отделывать. Ну, неприятный такой бизнес, можно сказать, потому что убивать надо, потом еще это разделка, это все, это времени столько занимает. А это пришли, вот сразу выбрали, забрали и все. То же самое с попугаями. Такой приятный бизнес. Не надо вот это разделывание никакого совершать. Ну ладно. Спасибо большое всем за просмотр. Всем пока. Завтра поеду на природу. А там, может, реку поснимаю. Посмотрите, какая у нас осень. Уже середина осени. Рыбу, может быть, посмотрим там на речке. Рыба есть. Ну, если что, завтра что-нибудь интересное найду. Сниму, покажу. Ладно, всем пока. Скоро увидимся.